Ведьмак! Похоже, будет бой, о котором и внукам не стыдно рассказать. С кем бы мне поговорить относительно боя? Со мной, ясное дело. Я тут все знаю. Мне нужно получать какое-то разрешение для боя? Раз тебя сюда пригласили, никакие формальности больше не нужны. А правила я тебе самым доходчивым образом разъясню, как отец детишкам. Спрашивай, что хочешь. Тебе никогда не хотелось выйти на арену? Да вышел я один раз. Потерял руку, а вместе с ней драться расхотелось. Ну уж очень я люблю поединки смотреть. Вот и решил тут остаться, заняться торговлей. Деньги можно и одной рукой считать. И как дела идут? Постоянных клиентов им маловато, сам понимаешь. Зато новых достаточно. Словом, верчусь кое-как. Какие правила на арене? Все просто. Когда ты выходишь на поле, хранят тебя только боги. Начинается бой, отступать уже нельзя. Придется продержаться несколько схваток. Убивай всех противников. И чем быстрее и зрелищнее ты это будешь делать, тем лучше. У нас все, как говорится, в интересах публики. Когда положишь всех, возвращайся сюда. Зализывать раны и готовиться к следующей схватке. Она будет тяжелее прежней. На арену можно выходить сколько захочешь, никаких ограничений. А когда заканчиваются бои? А когда ты уйдешь с арены или сдохнешь? И дают что-нибудь за драку или как? Дают, а как же? После каждого боя ты получаешь награду по выбору и кошель золота. Золото можешь оставить в моей лавочке. А если слава тебе важнее, имей в виду. Каждый бой оценивают знающие люди и начисляют тебе очки. Из них складывается твой результат. Кстати, чем быстрее управишься с противниками, тем лучше. Если захочешь потешить самолюбие, всегда можно сравнить свои достижения с подвигами других забияк. Может, посоветуешь что-нибудь новичку? Ты ведьмак, так что поначалу у тебя все пойдет гладко, но расслабляться не стоит. Выходи на бой полным сил, не забывай про эликсиры. Смажь клинки, чем ты их там мажешь. На арене могут быть и люди, и чудовища, так что готовь оба меча. За каждую победу тебя ждет награда. Если захочешь пополнить запасы, заглядывай в мою лавочку. Каждая следующая схватка труднее прежней. Так что, может быть, со временем придется обзавестись снаряжением получше. Правила арены позволяют сражаться в паре. Если у тебя есть наличные, можешь заплатить наемнику, который тебе подсобит. Поговори с кем-нибудь, кто там стоит. Они, ребята, полезные, сам увидишь. Удачи! Смотри, чтоб тебя не убили! Чего голову ломать? Я тут... Я Геральт из Ривии, ведьмак. Винсент Мольнер к вашим услугам. В обмен на небольшое вознаграждение, я могу стать вашим напарником на арене. Для серьезного дела, а не для куртуазных церемоний. И сразу, чтобы не тратить время на вопросы, да, я настоящий опоясанный рыцарь. Но предлагая свой меч в наем, я не наношу никакого урона моей чести. Я делаю это с благородной целью. Что, все ради прекрасной дамы? Если бы все так просто. Впрочем, да, дело в моей избраннице. Среди всех ее несомненных добродетелей есть одна, которая привела меня сюда. Ванда, так зовется госпожа моего сердца, страстная почитательница рыцарских романов, а потому пожелала взять в супруги укротителя Мантикор. Отец же ее, мой будущий тесть, человек абсолютно равнодушный к рыцарским подвигам, жаждет видеть своим зятем человека зажиточного. Куда же мне было отправиться, как не сюда? Здесь разом можно встретить грозную Мантикору и наполнить пустой кошель. Ясно. Надеюсь, у тебя все получится. Благодарю. По правде сказать, я бы с большей охотой присоединился к кому-то столь же опытному в битвах с чудовищами, как вы. Если вам на арене понадобится моя помощь, я охотно окажу ее за небольшую плату. Берегите себя, ведьмак. О. Я так понимаю, ты магичка. Я магистр магии, Седой. Меня зовут Адрианна. Геральт из Ривии. Рад знакомству. Не сомневаюсь. Если тебе любопытно, что я здесь делаю, а я знаю, что тебе любопытно, я ищу компаньона для поединков на арене. Мне всегда хорошо работалось с чародейками.
Ты меня перебил. Имей в виду, я отлично знаю, кто ты такой. И с уверенностью могу сказать, что превосхожу тебя умениями. Так что от нашего возможного партнерства на арене ты получишь больше выгоды, чем я. А потому будет честным, если ты заплатишь мне за помощь. Многого я не прошу. Это скорее дело принципа. Могу ли я узнать, по какой причине умелая и независимая чародейка предлагает свои услуги проходимцам? О, здесь нет никакой тайны. Я хочу испытать мое новое боевое заклинание. Надо отработать его на живых объектах, чтобы оптимизировать формулу. Но что-то я разболталась. Тебя наверняка не интересуют профессиональные подробности. Говоря коротко, если у тебя есть деньги и тебе нужна серьезная магическая поддержка, то я к твоим услугам. Тогда прощай. Геральт из Ривии, ведьмак. Я ищу себе напарника для боя на арене. Я Харальд Горд. Я не стану закрывать тебя собственной грудью и обниматься с тобой после победы. И вообще, героизм мне не близок идейно, как и всякие девичьи сопли. Только я точно тебе говорю, лучшего напарника ты не найдешь. И почему я должен выбрать именно тебя? Я люблю хороший махач, особенно когда мне за него платят. Соединяю, так сказать, приятное с полезным, поэтому боец я безотказный. Мной не движут высокие идеалы, как всякими там влюбленными петушками. И я ничего не замышляю, в отличие от какой-нибудь чародейки. Для меня важна только честь наемника. А значит, если ты мне заплатишь, я тебя не кину. Ясно. Настоящий джентльмен арбалета. С головы до ног. Удачи. Я б сейчас вдул кому-нибудь. Чародейка, тьфу ты, сглазит еще.